В Минске состоялась церемония подписания документов по реализации совместного проекта Государственного пограничного комитета и ОБСЕ «Содействие реформированию органов пограничной службы Республики Беларусь». Подписав данный меморандум сегодня, мы подтвердили свое намерение по мере возможности заниматься осуществлением других проектов. Реализация проекта предусматривает целый ряд мероприятий по оказанию содействия органам пограничной службы в совершенствовании системы охраны государственной границы. Более 360 тысяч евро, выделенные государствами-участниками ОБСЕ, будут направлены на решение многих задач. Прежде всего, развитие системы анализа рисков и управления этими рисками на границе, направленной на борьбу с организованной преступностью в целях обеспечения региональной пограничной безопасности. У нас достаточно хорошо в этом отношении идет развитие, продолжение первого проекта. Второе – это развитие пограничного персонала и здесь психологической службы. Прежде всего, это в интересах создания и развития нашего института пограничной службы Республики Беларусь.